Всем большой привет! Я очень рада видеть вас на своем канале. Сегодня будет осенний влог. Я покажу, как я декорирую свою комнату, составляю мудборд для вдохновения. Еще будет очень простой яблочный рецепт и прогулка по осеннему лесу. Надеюсь, что это видео вдохновит вас и подарит немного уюта в эти холодные пасмурные дни. Так что приятного просмотра! Смену декора комнаты я всегда начинаю со своего рабочего стола. Я убираю летние открытки, книги и детали до следующего года, прощаюсь с зеленым оттенком и снимаю со стены ботанические иллюстрации. Затем я разбираю мудборд. Мудборд — это доска вдохновения. Я делаю ее каждый сезон, вот уже 5-й год. Это и традиция, и декор комнаты, а еще очень хороший инструмент развития вкуса и насмотренности. Особенно для тех, чья работа связана с творчеством и визуалом. Саму пробковую доску я покупала в IKEA, и у меня она формата А3. Почти все материалы для мудборда я нахожу в Пинтересте и распечатываю в копировальном центре или фотосалоне. Я действительно считаю составление коллажей очень хорошей практикой для фотографов и дизайнеров. Это дает понимание гармонии в сочетании форм, крупности объектов, оттенков и стилей. Большинство элементов я креплю на золотые кнопки, они очень украшают коллаж. А что-то на малярный скотч. Ценные открытки и фотографии можно приклеивать с помощью специальных уголков. Я хочу поделиться с вами очень большой новостью. Через месяц выходит моя первая книга, и сейчас на нее уже можно оформить предзаказ в Лабиринте, купить ее со скидкой. Я оставлю на нее ссылку внизу, а через месяц она уже появится на других площадках, на Озоне, Wildberries, Читай-город, Буквоед и других онлайн и офлайн книжных магазинах. А пока хочу немного рассказать вам о самой книге. Она, конечно же, о вдохновении, о сезонности, эстетике повседневности,
счастье и поиски радости, красоты в простых повседневных вещах. Она разделена на 4 части: весна, лето, осень и зима. И на каждое время года в ней собраны рецепты, идеи атмосферных занятий, декора дома, подготовки к праздникам. В ней есть главы о стиле, о сезонном гардеробе, списки, чек-листы, мастер-классы и еще очень много всего интересного. Она выполнена в винтажном стиле и проиллюстрирована полностью моими фотографиями. И все оформление, рамочки, иллюстрации тоже делала я сама. От этого волнительнее вдвойне, но в то же время мне очень хотелось поделиться именно своим видением, погрузить в свою эстетику. И если вам это близко, интересно, то содержанием и ее отрывками можно знакомиться по ссылке внизу. Теперь, когда мудборд готов, уже отталкиваясь от него, я начинаю украшать свой рабочий стол. Хочу сразу предупредить, что я не фанатка минимализма в интерьере, и мне очень нужно для вдохновения много деталей и фактур. Конечно, это не всем подходит, но для меня и моей творческой работы это крайне важно. Первым делом я привязываю над столом гирлянду из сшитых листьев. Это тоже неизменная традиция. Я делала ее сама несколько лет назад, и как раз в книге будет по ней мастер-класс и выкройки. Рядом я вешаю небольшую вышивку. Я вышиваю сама, но это был подарок от подписчицы, и она мне безумно нравится. На стену я аккуратно приклеиваю иллюстрации, на стол ставлю кувшин. Это, кстати, моя недавняя находка на блошином рынке в Петербурге. Это кузнецовский фарфор, дореволюционный, потому очень ценный. Но даже не беря это в расчет, он абсолютно в моем стиле и прекрасно вписывается в интерьер. Дальше я ставлю так называемый мусорный блокнот из разной макулатуры и обрезков. У меня с ним тоже связаны очень приятные воспоминания, поэтому каждый год я его достаю. Эти крышечки для банок я вышивала сама, и мастер-класс тоже будет в книге. Но без ароматных свечей я совершенно не представляю свою осень. Это аптекарская соевая свеча, мой абсолютный фаворит. Она пахнет амброй и дымом. Дальше я расставляю разные необходимости, канцелярию, небольшую мусорку для обрезков, линеры и всякие мелочи для оформления блокнотов, писем и подарков. Штамп для сургучной печати, ложечка для самого сургуча и декоративный скотч, веревка и штампы алфавит. Как я уже говорила, я люблю вышивать и осенью докупаю природные оттенки ниток, наматываю их на деревянные бобины и винтажные коклюшки, а храню нитки на столе, в корзинке, чтобы они всегда были под рукой.
В один из сентябрьских дней я решила отправиться на прогулку и пикник одна и приготовить очень простые яблочные слойки с корицей. Я увидела эту идею в Pinterest, и она действительно просто гениальная. Нам понадобятся ароматные яблоки, пачка слоеного теста, одно яйцо, сахар и корица. Яблоки даже не нужно чистить, просто нарезаем их на кружочки толщиной примерно 7 мм. Затем берем какую-нибудь крышечку и вырезаем ей сердцевину. Слоеное тесто немного раскатываем, разрезаем на полоски толщиной 2-2,5 см и обматываем кружочки яблок. Затем смазываем их яйцом и присыпаем сахаром с корицей. Убираем в разогретую до 200 градусов духовку примерно на 20 минут до золотистого цвета. We were trying no more. It's cold on the floor, it's cold on the floor. This hasn't never been the same as before. It's never felt warm, it's never felt warm. There's something moving through the windows and walls. I've seen it before, I've seen it before. You left me living with a lingering soul. How little you know, how little you know. We were standing at the foot of the path. I had to go back, I had to go back. I chose to travel as a lonely man. So much that I lack, so much that I lack. I'm always wishing I was walking that road. It's something I hope, it's something I hope. I take you with me all the places I go. How little you know, how little you know. I only eat to fill me up. I only sleep to rest. I need a love just like you gave. Found it yet, found it yet. See where I am is where I want it to be. I know what I need, I know what I need. And there are many different places to see. I know how to dream, I know how to dream. Still there's a wound and I'm moving slow. Though it don't show, though it don't show. I've got a hole and nothing grows. How little you know, how little you know. I only eat to fill me up. I only sleep to rest. I need a love just like you gave. Теперь пришло время украсить следующую зону моей комнаты – старинный комод. Его я обычно оформляю в более винтажном стиле, нежели стол. На нем часто делаю фотографии, поэтому украшаю его разными атмосферными деталями. Ставлю корзинки, складываю кружевную винтажную салфетку и книгу об английских домах. Она просто вдохновение этой осени. Еще одна аптекарская свеча уже с более нежным ароматом ромашки и инжира. На стену я решила повесить английскую тарелку. Я тоже нашла ее на блошином рынке и обошлась она мне в 1200 рублей. Мне понадобится вот такой крепеж. Это крючки с пружинами, они очень крепко держат тарелки, и найти их можно на AliExpress или том же Авито.
Чтобы поддержать тему английского фарфора, я расставляю винтажные соусники и перехожу к более мелким деталям. Я считаю, что для гармонии декора очень важно использовать предметы разной крупности, и такие маленькие акценты делают его более интересным и продуманным. Этот медный поднос я тоже нашла на блошином рынке, но в прошлом году, а в этом латунную розу. Я пока не придумала, куда ее повесить, поэтому просто положила на поднос, и мне кажется, что получилась очень интересная композиция. Остальные зоны моей комнаты я не декорирую по сезонам. Раньше я пыталась, но это отнимало слишком много времени. Кстати, Рыжик всегда спит в этой корзинке, и это его любимое место. Румтур по комнате я думаю снять отдельным видео, где расскажу о мебели, остальных деталях, как она создавалась, потому что это видео уже и так получается слишком долгим. Большое вам спасибо за просмотр, я очень надеюсь, что это видео вам понравилось. И напишите, пожалуйста, внизу в комментариях, хотите ли вы полный румтур по комнате. Если да, то я непременно его сниму. А мы с вами увидимся уже в следующем видео о переделке старой дачи. Это будет ремонт веранды, так что до встречи, пока-пока!